Самая лучшая косметика природная. Она полезна как для кожи, так и для организма в целом. Ее всегда изготавливали своими руками. Именно этим мы и будем заниматься, постигая секреты красоты и здоровья. Добро пожаловать на программу «Природная косметика». Сегодня я расскажу о проверенном, давно проверенном средстве по уходу за ногтями, за кожей и за волосами. Это об огурце. Потому что огурец является одним из лучших косметических средств. И знаете, благодаря чему? Благодаря тому, что в нем содержится много кремния. А именно кремний нужен для того, чтобы наши ткани, особенно твердые, были эластичными. Допустим, если в организме не хватает кремния, то ногти становятся ломкими. Постоянно ломаются. Из-за того, что нету кремния. Кожа у нас также тускнеет. Ну и волосы, естественно, становятся ломкими, там, секущимися. Нет в них эластичности и жизни, что важно понимать. Вот. Далее здесь есть сера. Вот. И в целом, значит, вот и структурированная вода из огурца. Все эти компоненты, которые здесь имеются, в том числе калий, натрий, кальций, фосфор и хлор, они делают нашу кожу более здоровой, более красивой на вид. Вот. Как лучше всего использовать? Ну, обычно берут свеженькие огурчики, разрезают и в виде колечек накладывают на кожу лица. То есть вот так вот используют. Отрезали, приложили и в течение, допустим, 50 минут принимают эту процедуру. Водичка потихонечку переходит из огурца в кожу. Кожа, значит, у нас восстанавливается, тугрыди улучшаются, потому что здесь вода еще и структурирована. Но мы с вами поступим несколько иначе. И знаете, как поступим? Оказывается, когда растение подвергается какому-то стрессовому воздействию, например, воздействию холодом или жаром, ну, в данном случае у нас холодом, в нем вырабатываются особые биологически активные вещества, которые во много раз более сильно действуют благоприятно на нашу кожу, на наше здоровье. Поэтому, если вы хотите, чтобы эффект от этой процедуры у вас многократно увеличился, используйте следующее. Берете огурчик, вы видите, он такой стал мягеньким, помещаете его в морозилочку, ну, допустим, чтобы там была температура плюс 4 градуса, он у вас замерзает. После этого, подержите его сутки, после этого вы его вынимаете. И смотрите, что делаем мы с вами. Ну, возьмем половинку сначала. Разрезаете. И этой половиночкой начинаете протирать кожу лица. Протираем не спеша по массажным линиям от центра к периферии. От центра к периферии. Опять-таки чувствуется успокоение, умиротворение от всех этих процедур. Выберите специальное время и займитесь собой. Вот так, 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 поделайте. Процедурку эту делайте в течение 5 или 10 минут. Обязательно по массажным линиям. От центра к периферии. Значит, не забывайте и щечки, не забывайте и шейку. Я просто не бритый, поэтому у меня не совсем получается так, как надо. А вы-то уж делайте, мои милые женщины. Вот так, 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 так. При этом все делайте с любовью к себе. Так, хорошенечко. Вот. Отличная процедура. Далее, если вы хотите, чтобы ноготки у вас были, вы берете более вот эту твердую часть. Вот, можно сказать, вот этой вот попкой. Вы ее так разрезаете. И начинаете ею вот так вот действовать, чтобы ваши ноготки стали более эластичными. Кремний, который есть, вошел
тело ногтя и сделай его эластичным. Процедуру надо делать как минимум 5 минут. Делаем эту процедуру. И у нас полезные вещества огурчика переходят в ноготки, переходят в кожу рук. Вот, делают ее эластичной, здоровой. И ногти начинают становиться крепкими, блестящими, здоровыми на вид. Вот так вот сделали, видите, выработали одну. Потом также начинаете и со второй. Пускай это все идет. Так. Поделали. Вот. И для того, чтобы теперь эффект был больше, мы будем не смывать, а использовать талую воду. Омоем талой водичкой. Берем талую воду нашу. Вот ее специально заморозил. Холодненькая она. И мы просто-напросто нальем ее в нашу посуду. Вот. И здесь, ох, как прохладно. Омоем вот так ручки. Ручки омоем. Омоем также лицо. Ну, лицо надо свеженькое, естественно, мывать. Это мы выливаем. Ручки омыли. Теперь наливаем новой воды. Кстати, кто пользуется талой водой, тот как раз омолаживает свою собственную кожу и снимает весь негатив, который накапливается у него, ну, в течение там рабочего дня, в течение недели. И просто-напросто вот так смотрите. Опа. И умываемся этой ручкой. Умываемся. Хорошо. Кстати, эта процедура еще улучшает и зрение. Вот эта вот прохлада снимает напряжение с глаз, и у вас улучшается зрение. Это особенно полезно тем людям, которые очень много работают у компьютера. Попробуйте и убедитесь в этом сами. Отлично. Кстати, потом не надо, чтобы что-то само высохло. Берите полотенце и промокайте, чтобы кожа была влажненькая и самопроизвольно высохла. Но так, чтобы, знаете, она сама высыхала, так не надо. Могут быть цыпки. Вот. Ну что, сразу же после этой процедуры чувствуется свежесть, чувствуется здоровье и чувствуется желание жить. Поэтому делайте эту процедуру и будьте здоровы. Помните, то, что полезно для вас, полезно для вашей кожи. Отдавайте предпочтение природной косметике, приготовленной своими руками, с любовью к самому себе. А мы вам в этом будем помогать. Вы смотрели программу «Природная косметика». До новых встреч!